Никто не забыт. Ничего не забыто. Кроме Бубсича! За-за-за-за! Ну, пошло-поехало, блядь. Погнали. Найди 10 отличий. Бэбэй, пахан и диш. Дамы и господа, аха-ха-ха-ха-ха-ха. Бэбэй в роли Мендеза шикарен. Мяу, ты лысый. Ну, как вы чувствуете вот этот уровень хохотулишности? Чувствуете? Чувствуете вот этот уровень юмора? Вот, смотрите. Стас Бэбэцкий. Бэбэй в роли Шалтая шикарен. Да? Ну, снова. Сравнение с Максом Пейном 3. Вангую таких мемов с Максом Пейном 3 будет еще дохуя. Найдите лысину Бэбэя. Сложность невозможна. Вот. Тварь, блять. Мой кумир на случай облысения. Вот, ну вы, вот вы понимаете, да? Пять стадий принятия неизбежно. Отрицание, гнев, торговля, депрессия, принятие. Блять, это вот это реально смешной мем. Это настолько смешной мем, что я его даже сейчас прям выложу, а потом его в телегу еще закину. Это прям, это, ну это реально смешно. Это что? Меня соврала, у меня нет Fallout. Снимай обувь, мы будем играть в Атом РПГ. Блять, Злат походу все. Злата свой мимодельный скилл прокачивает, прокачивает, прокачивает. Это что? У рыночка есть золотое правило. Как бы фанаты Дэниэля Фолла и Чейнвэ не ныли, именно Bethesda сделала франшизу коммерчески успешной и живой по сей день. Злата знает много языков. Таджикский, узбекский, морякский, но выбрала язык фактов. Facts. Это я показывать не буду, блядь. Лоарвик, блядь. Это что? Алый король из темной башни, ББ из Сердомок. Я не знаю, что за алый король из темной башни, но надеюсь там. Можно сделать ремонт, но не хочется. Хочется сделать ремонт, но нельзя. Написал бы, но не можется. Мяу. Прическа у пены, конечно, это пиздец. Мяу. Это что? Доктор, у меня хуй чешется, что делать? Мои чаще нет. Блять, ой-ой-ой. Можно, Лора, почему есть фотки ББ в косплее Хоакина Кёма? Это вот, а вот так, вот. Я
я не похож на яичко. Мне, типа, реально надо комментарий сейчас тут оставлять? Какой-то вот чмо полудурок, блядь. Вот чё ты нашёл? Вот знаки на полях. Вот где ты увидел у меня на башке, сука, знаки на полях кукурузных, блядь? Где, блядь? Блядь. Ну вот, смотрите, вот ебло, блядь, нахуй лего-человека. Лысым тебя Яндекс узнает. Вот это я понимаю юмор, смотрите. Вот это смешно. Матвей Крылов, вот кинь плюс, если смешно. Каджит, Петуч, Фасткиссер, Челюсть Корега, Сарацин. Почему? Лего-человек, черепахаук, Жокер, Скуфакула, от фотожабленной жаба, Колобок, ящер, оверлорд, Крылов, Владбюро, Руди, Артем, Мухин, Злата, Юля, Андрюха, Лаггейм. Интересно, блядь. Осталось только, чтобы закрылась студия, которую нарисовала, которую аниме про Фрирен нарисовала. Madhouse, Фрирен. Аниме, адаптация монстра. Так монстр уже снят. Как бы. В чем прек? Я понимаю, если монстр до сих пор онгоингом был бы, тогда да, так. ББ это вы, это что? Бачит пиздец. 2 че-то пиздец, побрил с нас, что называется, вышел с приматчества, что он ужаснулся от сфратости формы черепа. Плоская вытянутая хуйня, мне даже стыдно с таким появляться на улице. Я думал, начну выглядеть как скинхед, даже подписался на паблик правые мемы, но после видео хочется нахуй закрыть. Зарыть землю в голову, будет в шапке полгода ходить, хуй. Какой же я ебла. Это к чему? Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. Это что? ББ подсаживает котят повыше на деревья. Ну и посоветуй, у тебя литрель ты. У тебя линий волос, но прям очень похож на волос чернокожего рэпера. Могу сказать, что ты, если наденешь очки авиатора, возьмешь рот сигару, на этой фотке сделать чернокожим, ты будешь точно один пикрил. Сейчас бы сигару. Какой еще, блядь, от Бабая великолепного? Какой Тони Лайф, блядь? Я не вкатился в Тони Лайф. Тут вы посмотрите сначала сам, потом можешь устроить караоке на стриме. Понятно. Я тут чисто без музыки поставлю. Там I'm only human after all. I'm only human after all. Cause you blame on me. I'm gonna blame on me. Ну, Stony Life выкатывается. No.
Будьте осторожны над тем, чем вы смеялись в первом классе. Блять, сколько мемасов с Максом Пейном. Пошаговые РПГ более привилегированы, чем экшен РПГ. Блядей, карю. Хули у меня король Чуханов находится на груди, еблан, блять. Привет, ББ из Деграстрим. Привет, Мендес из Resident Evil. Все на мотор. Добился своего. Все, вот оно, признание. Смотри на мотор. Вот оно, признание, ты на с ними сидишь. Смотри. Гордись. Гордись на мотор. Ну все, покупай себе Харлей. Нет, собираю его сам. Я не вкатываюсь в Тони Лайф. Я не вкатываюсь в Тони Лайф. Я похож на человека, который вкатывается в Тони Лайф, блядь. Да, пизда, блядь. Тому скатившийся в экшен. Вообще там нет той глубинной системы тактики, разнообразия, если просто зрачение гринил к сюжетам для детей, а у нас БГ3 шедевр на все времена. Как скажешь, надеюсь, следующий большой CRPG не придется ждать более 20 лет еще в оригинальном сеттинге, а не D&D. А я пока допройду Якудзи Infinite, Final Fantasy Rebirth, еще говорят, в декабре К4 выходит, а переиздание СМТ я вообще молчу. Ну потому что, блин, вот так. Ну... Все, Злата злорадствует, блять. Злата нашла крючок, за который можно зацепиться, и сейчас ебет. Ну, Злата. Начальство попросил найти различия между этими аферистами. Они одинаковые. Я не похож на Буянова. Когда я вас, Злата так не троллит? Злата, я разве... блять, я разве похож на Буянова? Я разве вас развожу? Вот скажите мне, я разве вас развожу? Не, все, нет, это поначалу было смешно, но все, Злата полностью шуе, блять, потому что, ну, я понял суть, блять, мемаса. Ой, ля. Прекрасный мужчина вдохновлял. Ой, 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 ну все, это мы выкладываем. Это мы выкладываем прямо сейчас. Ну, посмотрите, какой замечательный. Ну, это я.
Это я. Это что за хуйня? А ведь раньше он у меня на аватарке был, когда я в юности был бритый, бородатый. Вы чё, нашли, блядь, хихоньку-хахоньку теперь, блядь? А, вам теперь это рофельно? Вам... Ладно, Максим Михайлов, разъебал. Ты пидор мяу, тебя обдуложил мяу. Ты на чё сейчас намекаешь, вот эту вот хуйню кидая, блядь? Ты на чё намекаешь, это на чё намёк, блядь? Вот сам, блядь, с моё будешь, потом будешь с посыпушкой на голове походить. Пошаговый РПГ. И какая твоя любимая фаладо? Фэнтези 12. Рофлет, это вот к чему нахуй? Внешний вид скинхедов. Ну, кстати, да, ну, а представьте то, что Арой это реально чат. Вот это, допустим, у нас After Dark. Я ему только что дал по глазам и по яйцам. After Dark, ничего личного. Вот эта тянка у нас, короче, будет боль в жопе. Так, боль в жопе, не обессудь. Все, тогда это у нас пусть будет... это у нас Саня Скуф, да. Ну, это получается по паху, это получается по жопе дал. Прости, Саня Скуф. По глазам и по яйцам. Спасибо хоть, что при убийстве в игре людей в чате не банят. Ну это хорошая идея, кстати. Хорошая идея. Что это? Уолтер. Убери свой член подальше, Уолтер. Я не буду заниматься с тобой сексом сейчас, Уолтер. Паховая опухоль, паховая опухоль, паховая опухоль. Глаза, паховая опухоль, паховая опухоль, паховая опухоль. Вот вы до каждого слова докапываться будете, да? Вот где я чипятаюсь, вы каждый раз будете докапываться, да? С вами хоть молчи, ничего не говори, молчанку играй. Монстр не в глаз, чат, я почему убью без урона?
Делаем вид, что хотим победить Фрэнсиса. Получаем от своего ебаря кляпы туда. Фиксируем прибыль. Бесконечные деньги. Чат проблем. Избран лоботомией. Это что? Это что за хуйня? Можно вопрос? Так, ну я это сохраню обязательно. И в отложку закину. Искать гек, трахать шлюх, долбить винт, давать в туза Фрэнсису, сниматься в порно, отбирать пенсию. Я так и не снялся в порно, но пенсию я, кстати, отобрал, да. Да и в туза пожалился. Ля! Ля! Ну это я, слушайте. Это я. Фан-арт Реми Майнснера. Не знаю, кто кроме Майнснера. Anatomy of BBA. Listening to Sector Gaza. Бэкпэк, рюкзак, полный артишока и L-карнитина. Полосатые штаны. Клевая футболка с признанием. Базированная жена. Носик, кстати, вот прям как, вот как в реальной жизни. Прям не докопаешься. Матвей, ты ушел? Смотри. Тут, походу, про тебя мимасик. Это что? Ой, блять, опять этот еблан до предложки добрался. Ёб твою налево. Мудрый мой партнер, 99% ЗП идет мне. Так монетка решила, блядь. Настя, где деньги на пересадку? Лысый, стильно лысый, пересадка волос жопы. Заработок преступным путем базирован вечером, вышел в тираж. Только насколько должна вырасти эта куча, когда ты перестанешь ропать о луки? Сверху ББ с волосами такой типа. На следующем стриме аниме АУК. Когти смерти Fallout 1, 3, New Vegas 4, В. Когти смерти Fallout 2. Не поряли нам заняться. Не поряли нам заняться бизнесом. Не поряли нам заняться бизнесом, блядь. Я почему-нибудь заслушать такое. Бэб, здорово, ты прям красавчик этот вечер. Кстати, ты не поверишь, но с тобой сейчас как-то прям вылет. Ты Макс Пейн из третьего. На это самое. Вылитый Макс Пейн. Куда делись куху? Почему стримит Макс Пейн? Косплеишь Макса Пейна? Ты первый раз доначил. Ты знаешь, что похож на Макса Пейна? Ты с этой прической вылитый Макс Пейн. Вот, кстати, да. Вот скоро я буду с такими волосами сидеть. Все. Смотрите. Иди нахуй. Фотография чаши протеста Тбилиси в Грузии. Это политический мем. То извиняюсь, надеюсь, покажешь. Что это? Почему у нее хинкаль в руках? Ладно, покажу, но я это не буду выкладывать, потому что, ну, что это за хуйня, блядь? Какого хуй? Кал, что это? Злато. Окей, not окей. Окей, not окей. Блядь. Михаил Андреевич, это вы.
В каждом есть темная сторона. Вот это я осуждаю. Не потерплю оскорбления Михаила Андреевича. Вообще, это я отклоняю, я это не буду выкладывать, блядь. Как бы вам, блядь, показать так, чтобы это выглядело вот, ну... Я вот так вот сейчас сделаю, смотрите. Сейчас. У Шастика вернулось больше никаких худи стримов Only Pants с чулочками для них. Сестренка моя спасительница. И, короче, у Плани оказывается хуй, и она сейчас будет ебать бедолагу. Hey wizard, can you fix my receding hairline? Алопеция! Ахахахаха, блять. Ахаха. Хочу смеяться 5 минут. Хи-хи-хи-хи-хи. Это что она? Долго думал, как его можно рисовать из Zero Dutch Fantasy, но вышло два негры, которые при этом еще и Джокер. Прикольно. Мальчик, не хочешь винта? Пойдем развлечемся. Сука, я тут реально до какого-то маньяка похож. Часы, снайперка, оружие ближнего боя, собака. Как вы заебали. Во-первых, это снайперка. Во-вторых, это компас. Это компас. Это скорпион. Вот это оружие ближнего боя. Во-во-во-во-во-во. Во-во-во, Матвей Крылов. Ты смотрел сгой фильм? Как тебе фильм? Фильм хороший, Дисней умеет снимать фильм. Фильм говно, хватит смотреть хуйню. Ты слышал про изгой один классный фильм? Дисней это теперь хуйню снимает. Да, Матвей? Ну согласись. Да, а в чем я не прав? А в чем я не прав? Вот скажите мне, в чем я не прав? Я во всем прав. То это место сумасшедшего просто игнорирую. Это типа Злата. Дилетантский продукт Кригарти. Гениальное творение. Это же очевидно. Всем очевидно. И я на него не наткнулся. Я его создал. Ну и вот тут вот еще. Так, Матвей, ну, сам понимаешь. Мардина, продукт, Мардина, продукт. Пасанчев уже посмотрел Хазбин, а ты? Дурак онлайн, дурак офлайн. Он смотрел Хазбин на стриме, пиздец. Бабай, а что там по картинке с Бупсичем? Она будет в дезморале. Я ее откинул в окошко, если что. Я ее откинул в окошко. Сил уже нет, блядь. И, конечно же, Крылов над этим смеется, блядь. Крылову над этим смешно. Это что? Михаил Андреевич, ну простите меня, я усвоил урок, я больше не буду кидать вам бомжей, похожих на вас. Я правда хороший человек, когда мне это выгодно, разбаньте Христа. Ты как ко мне в дом пробрался. Так, ну кстати, блин, все, ну пробираюсь домой к Михаилу, если не разбанит. Пока я на хаче. Спокойной ночи. Ушла к себе в комнату. Ушел к себе в комнату. Блин, что-то не спится. Пойду к Дане. Пришла к Дане. Жестко дрочит.
отправь Росову со словами: Николай, это ты. Вы что, ебанутые? Бою, пожалуйста, хватит, я не выкину свою тупость со звездой смерти. Пожалуйста, не говори, что это оружие ближнего боя, я не могу уснуть. Планя, как же ты не понимаешь, у нее же нет снайперского прицела, да и стреляет она не очень недалеко. Ну так по факту. Стреляет не очень недалеко, все. Все, это я потом кину Плане обязательно. Отец Крылова официально раскрыт. Это что? Дмитрий Крылов. Ну, сука, это вот Крылов старости. Вот, смотрите. А что вы играете? Железных жуков и солдат. О, они играют в Helldivers 2. Слушайте, а вот основная аудитория. Вот тут Матвей Крылов, кстати. Helldivers, ребят, смотрите. 150 рублей от неизвестного. Положи детям по гранате в кармашек. Молодой человек, идите сюда. Гранат в карман не работает, можешь не класть. Да? Блять, ладно, хуй с ним. 150 рублей от неизвестного. Ты дуралей? Это импульсная была. Нужно нормальную. Сейчас я сделаю подарочки маленьким ребятам. Динамит надо класть. Сейчас мы всем положим динамит. Так. Давайте 3 минуты. Давайте 3 минуты, чтобы можно было побегать туда-сюда. Идеально. Будай взрывает палестинских детей на стол. Во-в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 о
мышки. А чё? Чё случилось? Так. Тури, тутури, тутури, тури, тури. Да сейчас пойдем в пещеру, кстати, куда-то делись пиздюки. Куда они, интересно, подевались? Вот это что за хуйня? Я хочу стать шлюх, когда вырос, папа говорит, что мне нужно. Вы что, ебанутые? Это что, блядь? Почему такое разрешение маленькое? Ну ладно. Ну башки у себя в крест кинули, типа, играть дебил, блядь. Бупсич, в жопу не долбись. Так, Бупсич, это в избранное и, сука, на будильник ставь. Ставь как напоминалку. Бупсич, в жопу не долбись. Прекрати долбиться в жопу. Бупсич, на заметку. На заметку, Бупсич. Это все хихи, ха-ха, блять, там типа фимбой и хихи. Потом будешь, сука, блять, будь тебя, скажем так, канат за тобой, хвост в РЛ, блять, тащиться, и все. Не надо, побереги. Береги очко с молоду. Угу. Только если ты на этом не зарабатываешь деньги. Блять, зря я это сказал. Сейчас Бупсич такой. Такой. Ну, за деньги, так за деньги. Я такой говорю, Бупсич, в жопу не долбись. Ну, только, ну, типа, ну, но за деньги, типа, ладно, можно. И Бупсич такой. Заметьте, не я это предложил. Звезда смерти — это не снайперка, блядь, это оружие ближнего боя. Хотя, с другой стороны, если нацепить сюда снайперский прицел... Ну, слушайте, ну, в фильме-то не было снайперского прицела, поэтому, как вы сами понимаете. Вильям Кий, Аладдин, этот, Рахат Лукум. О, постер Жукова. Лё, какой хороший постер. Лё, сам нарисовал? Красава. Это что? Прекрати играть в Fallout. Это что, блядь? Это типа каджит с этими? С когтями? Матвей, тебе поменьше в ТЭС играть, в конец пизданулся уже. Ну что, не видно, что я тут изгой один смотрю. Ого, смотрите, этот любой желтый очкастый. Сперматоксикозный персонаж, буквально, Матвик. Ну и в чем он не прав? Я хороший человек, чата, хотите из... Долбой, может, хватит уже играть в Fallout. Гол. Те два одеты как черт.
Так, ну, во-первых, тут надо смотреть. Этот фильм просто имба. Смотрите. Это Крылов, да. Ну, я сейчас пошучу такую шутку, но... Бупсич зависим от членов, как смертельно больной от ИВЛ. Бупсич тоже к члену 24/7 подключал. $150 Таня, подчеркивание скаф. Ложь, даже я могу как-то без ИВЛ обходиться. Бупсич. Вот поэтому тянет. Хотел пошутить и там, и там. Жизненно важные жидкости перекачиваются.